Здарова, ребятки! С вами StivePro, и сегодня я хотел бы показать вам структурные блоки в нашем ванильном Minecraft Pocket Edition версии 1.2. Давненько разработчики нам обещали добавить эти структурные блоки, но увидев новую версию, мы не нашли их в нашем инвентаре. На самом деле они скрываются в самом Майнкрафте. Чтобы их добыть, нам нужно зайти в чат, нажать вот сюда. И, друзья, теперь мы будем писать команду. Пишем div, пишем собачку, эй, и пишем структура блок. В этом нам даже помогает сам чат Майнкрафта. Теперь пишем единичку, еще одну единичку, и нажимаем Enter. После чего в наш инвентарь добавляется структурный блок. Уже данный блок был переведен на русский язык, а это означает, что его скоро-скоро добавят в нашу любимую версию Майнкрафта. Что ж, друзья, как мы видим, он отличается текстуркой, поскольку в инвентаре у нас находится какой-то как бы крестик, а когда мы ставим, мы получаем совершенно другой цвет, и здесь написано «трехмерный экспорт». И сколько бы мы ни ставили этот структурный блок, он всегда будет только одной текстуркой. И, друзья, сразу скажу, что залезть в него нам не получится, поскольку в данной версии, в данной бета-версии выведены некоторые интерфейсы некоторых блоков. Также нельзя было залезть и в командный блок. Да, друзья, но может быть трехмерный экспорт, точнее структурные блоки уже работают, но у них пока что, как и у командных блоков, были убраны интерфейсы. Возможно, это связано с ихними багами и ошибками. Ладно, друзья, если данное видео вам понравилось, просто поставьте большой палец вверх, не забудьте подписаться на канал, ну а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике. До скорых встреч!